вороны заклевали чайку. Видно, что-то она сделала им. Или гнезда их. Баклан отлавливают голубей и едят. Подписываемся на канал, ребята. Ставим лайки. Спасибо вам. Даже крыльями машет. Еще живой. Даже улетает. Живой. Живого голубя. Это не баклан, это чайка на самом деле. Хочет доесть. В комментариях смысл написать, что будет там. Я ее, чтобы прогнал, там спас этого голубя, потому что голубь уже практически все. Называется инстинкт самосохранения, самовыживания. Но всегда так было, всегда так будет. И это правильно. Я когда приближаю камеру, то плохо видно. Наверное. Ребят, подписываемся на канал. Все, что увижу интересно, все буду снимать.
Даже эту собаку. И только сегодня. Камеру убирай, когда машины ездят и люди ходят. Видят, что я снимаю на видео, не хотят в кадр попадать, чтобы без монтажа было. Время терять еще на монтаж. Не видел, что едят чайки, голубей, но... Не так жестко прям, что нападают на живых. Живую, когда напала, момент не успел снять. Собаку боится. Так, есть охота все равно, в любом случае. Есть охота. Это естественные требования. Главное, лишь бы дети не видели, чтобы не испугались. Попробую подойти, что нам делать. Все, спасибо, подписываемся на канал Олег Гараж 5185. Будет еще другие видео. Видео снимаю для себя, для памяти, так что. Такие голубей отлавливают чайки. Беспомощные и клюют прям вживую. Бывает по 2-3 чайки нападают. Выловили, получается, отсюда. На беззащитные голуби, много голубей гибнет. Да, кстати, это место находится неподалеку от гаражей, которые я смотрел за 700 тысяч рублей. Но это на другом канале. Олег Гараж 5185 БМ. Бизнес молодость с нуля. Как заработать деньги на все что угодно. Все, спасибо. И сейчас я запущу ролик короткий, который я заснял там
буквально минуту.